Вся область обсуждает резонансное обращение губернатора Светланы Орловой, ее откровенные слова, просьбы о поддержке. Дорогие мои, хочу, чтобы вы меня услышали. И скажу вам прямо, сегодня я прошу вашей поддержки, потому что доверие людей – это главное. Глава города Ольга Деева не понаслышке знает, как тяжело приходится женщине-руководителю. Ей понятно недовольство жителей, все всегда хотят большего. Но позитивные изменения в регионе, по словам Деевой, очевидны. Мы ждали такого обращения. Вот, честно говорю, и мой аппарат, и коллективы, и Совет народных депутатов все ожидали вот именно такого обращения. Мягкого, ненавязчивого, с чувством, вот, проникновенного. И мы все понимаем, конечно, не ошибается тот, кто ничего не делает. И, наверное, только сильный руководитель может признать свои ошибки. Сильный поступок. Так об обращении губернатора высказался владимирский предприниматель Павел Антов. По его словам, лидеры такого масштаба, как Светлана Орлова, могут не заметить частных недоделок, тогда как люди, наоборот, обращают внимание именно на мелочи. Но, к сожалению, не видят общей картины. Только большой человек может признать свои ошибки и сказать о том, что он был в чем-то неправ, и взять правильный курс на то, чтобы на следующем этапе своей жизни, своих больших дел, исправить их, и не только исправить, а сделать еще больше дел. Смотрели обращение губернатора и жители областного центра. Реакции разнятся, но одно ясно точно – слова Светланы Орловой задели каждого. Ну, мне понравилось. Впечатления какие вызвало? Ну, человек, да, раскаивается, как бы хочет ближе прийти. А что тут скажешь, как бы ситуация сложилась неприятная. Светлану Орлову тоже можно понять. Но с другой стороны, люди тоже не глупые, правильно понимают, какая обстановка напряженная в городе. Конечно, надо было, я думаю, что сказать это раньше, перед выборами. Тогда бы, наверное, может быть, ситуация немножко изменилась бы. Напомним, второй тур выборов губернатора Владимирской области состоится в воскресенье 23 сентября.